Здравствуйте, я Дильян, и вы смотрите «Звездные новости ревью» на НТК. Известный КВНщик и актер Даурен Айдаркулов вновь переживает состояние турбулентности. В его семью, угадайте, какую, вмешался третий. Горячие подробности расскажет Виолетта Тельманова. Благо, очередные страсти – лишь сценарий новой комедии «Оскара Бисембина». По сюжету Даурен и Асель Садвакасова играют супружескую пару. Их отношениям будет угрожать некая дама. К слову, изначально на месте Айдаркулова должен был быть Кентал. Я решил пригласить Даурена на эту роль, потому что мне показалось, что это очень органично попадает в эту историю. Даурен не так давно прошел через семейный скандал, а вот Асель имеет свою точку зрения по поводу разводов. Ну, конечно, отрицательно. Я, может быть, по этой причине до сих пор не замужем, когда люди там очень поспешно выходят замуж, либо женятся и потом разводятся. От этого в первую очередь же страдают дети. Застали на площадке Марата Достаева и Жанна Байжанбаева. Первый играет мачо, второй – завсегдатая кафе. Есть официантка. Это молодая, очень талантливая актриса Алия Битова. Я думаю, вы еще ее увидите в моих фильмах. У них какая-то история взаимоотношений тоже есть. Он очень взрослый, она молодая. Что ж, пока история о любовном треугольнике имеет рабочее название «Развод по-казахски». Как говорит Оскар Бисембин, эта проблема сейчас актуальна как никогда. Иногда грустно, весело хочется поговорить. Но не без важного посыла, как он отметил. В картине также примут участие Сая Оразгалиева, Айнур Ильясова, Мейржан Турибаев и многие другие.